Обладателями государственной медали Министерства обороны Российской Федерации за участие в военном параде в День Победы стали 90 курсантов военного учебного центра Тувинского государственного университета. Напомним, что 9 мая 2022 года курсанты приняли участие в параде Победы на площади Арата. Награжденные поделились, что рады получить столь высокую награду в такой торжественной обстановке. Участвовал в прошлом году в параде Победы в честь 77-й Великой Отечественной Победы. Сегодня получил медаль за участие в параде. Сегодня получил медаль за участие в параде 2022 года. Для меня большая честь была участвовать в параде. Друзьям желаю удачи в жизни, закончить ИГУ. С гордостью и с поздравлениями к курсантам обратилась ректор ТУВГУ Ольга Хомушку. Ректор в своем выступлении отметила важность медалей, ведь это значимое событие навсегда останется не только в истории университета, но и в жизни каждого курсанта. Все прекрасно понимают, что, конечно же, данное мероприятие имеет очень большое патриотическое значение. Все всегда ждут этого события, и мы приглашаем на него не только наших курсантов, деканов, преподавателей. Обязательно, если могут, приходят и родители, родные, близкие. Конечно, для всех это очень трогательное событие. Напомним, что военная кафедра Тувинского госуниверситета открылась в 2017 году, а в апреле 2019 года преобразована в военный учебный центр ТУВГУ. На сегодняшний день в нем обучаются почти 150 курсантов. Алдынай Исаев, Шолпан Монгуш, Самдам Иргит, Тува-24.